Друзья, всем большой привет! Если вам тоже надоели муравьи, которые у вас ползают по дереву и разносят тлю, а затем эта тля сжирает листья на ваших деревьях. Вот сейчас весна, листьев еще нет, но муравьи уже начали свое похождение. Их будет очень много на ваших плодовых деревьях. Вот это у меня груша. Вот. Первое, что я делаю, это беру бордовскую смесь, развожу ее в воде и опрыскиваю все деревья. Можно просто брать медный купорос и опрыскивать ваши деревья, чтобы не было черных пятен и деревья не засыхали. То есть это рак или еще как-то по-другому называется. Суть не в этом. Так вот, долго я думал, что я только не перепробовал, чтобы бороться с муравьями, которые разносят тлю. То есть если муравьи не будут залазить на ваше дерево, то естественно и тли у вас на деревьях не будет. Сейчас я вам покажу классный способ, как от них избавиться прямо на весь сезон. В первую очередь, что мне понадобится, это вот такая вот побелка для стволов деревьев. Побелка может быть любой фирмы. Я купил самую дешевую, вот краска для садовых деревьев. И вот такая вот штука. То есть это порошок для уничтожения всякой нечисти, муравьев и так далее. Он стоит копейки, что-то порядка 50 рублей. Все, вот эту смесь насыпаем сюда. Хочу заметить, что нужно высыпать абсолютно весь пакетик, вот этот вот. Сейчас перешел на улицу, так как запах вот этого порошка очень такой вот, можно сказать, ядовитый, поэтому лучше все это делать на улице и в перчатках. Обязательно хорошенько перемешиваем до однородной массы. Вот и все, состав готов. Я его смешал, такой вот густой получился, и он наносится без проблем. Хорошенько его наносим на каждое дерево, и вы забудете про проблемы с муравьями и, соответственно, с тлей на ваших деревьях. Так что, друзья, кому понравилось видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вас ждет еще много интересных полезных советов, лайфхаков и самоделок для дома и дачи. Ну а на сегодня у меня все. Всем добра, удачи и успехов. Пока-пока, друзья.